Здорово, земляне! Всем доброе утро! Сегодня 19 марта, Ташкент. Местное время где-то 10 час утра. Я позавтракал, проснулся, посмотрел последнюю информацию на сайте посольства России в Узбекистане. Сегодня улетел борт в 4.20, который, то есть увез российских граждан, вернее, которые покупали билеты на 18, 19, 20, 21 марта. И утром сегодня появилась информация, что готовится борт, который российских граждан будет вывозить, которые купили билеты на 20-21 марта. Так что 26 марта еще впереди. Я сегодня попытался, по крайней мере, позвонить в представительство Аэрофлота в Узбекистане, но трубку не берут. Это, скорее всего, из-за того, что, может, они с 10 часов утра работают. Пока ничего не могу сказать. После 10 обратно буду звонить. И там уже будет точно известно. На улице тепло, жарко. Сейчас, наверное, 20-ник тоже точно есть, плюс 20. Я направляюсь, ребята, в сторону, где я вот вчера вот ужинал, где я покупал маски. Сейчас я перебегу дорогу. Вот. Иду, в общем, в ту сторону. То есть мне нужно цирк обойти с этой стороны, пройти через парк. И я хочу попробовать все-таки мороженое, которое, как все говорят, очень вкусное мороженое, самое лучшее мороженое здесь есть. И потом оттуда я уже хочу съездить в парк Независимости, все-таки походить, погулять там, посмотреть, что за парк. И, может быть, оттуда еще попаду в парк Ашхабад. Ладно, ребята, идем пробовать мороженое. Let's go! Все, ребята, дошел я до этого киоска Россини 1987 года. Ну, давайте возьмем мороженое. Салам алейкум. Шоколадный 3-4-5-7-9. Малина плюс абрикос 3-4-5-7-9. Шоколад плюс пломбир 3-4-5-7-9. Ну, наверное, в зависимости от... О, какие, да? Так, давайте мне... Давайте. Это вот 9 большая, да? Большой рожок. По 9, да. Да, да. Ну давайте. Ой, наверное, растает ведь быстро, да? Ну давайте по 9. Да шоколад пломбир, наверное. Он двойной будет, да? Половина шоколад, половина пломбир, да, будет, да? Она пополам. Да, давайте шоколад пломбир. Так, ребят, сейчас я деньги отдам, возьму мороженое и буду пробовать. Так, ребята, дали мне вот такое мороженое. И вот сейчас посыплю местный ММДМС. Птицы, помогайте. Нет, нет, я только посыплю. Это шоколад, да? Да, это шоколад. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да, ничего. Нет, лучше вот это посыпать. Я, конечно, не профессионал, но как смогу, там. Да, вот, ребята. Все, давайте, спасибо. Так, ребята, пробую. Прикольно. Оно вкусное. Обалдеть. Вот такое мороженое я не ел. У нас совсем другое мороженое. Красота. Очень вкусно. Ладно, буду кушать мороженое, ребята. Ребят, все, вызвал такси. Едем площадь Независимости. Все, доехал до парка. Заплатил 5000. Ехали буквально 2-3 минуты. Не стал я идти пешком. Можно было и дойти пешком. Ну и так сейчас два парка сегодня планы у меня посетить. И так дофига буду ходить.
Так, убираются, наводят порядок. Парк открытый, по ходу дела, потому что я не вижу полицейских. Ребята, вот метро Мусталик Майдани, и вы попадаете сразу на площадь Независимости. Арка такая большая, с аистами, земной шар, композиция аиста, земной шар, цветы посажены, очень красиво. Ну и место для фонтанов, фонтаны пока не работают. Туалет есть, вот указатель туалета. Можно свободно зайти в туалет. Так, давайте пройду здесь, посмотрю. Почему-то вот к той стеле вход закрытый. Почему? Неужели я туда так и не попаду? Вон решетка стоит, вот решетка стоит. Так, здесь находится какая-то картина. Что за картина? А, как расположен данный парк. Да, здесь картина, как расположен данный парк. Ну, сейчас пройду в ту сторону, посмотрю, может, получится мне как-нибудь оттуда зайти. Почему же все закрыто? Зеленое насаждение, деревья. Аккуратно постриженные кустарники. Красиво. Там вот есть вечный огонь, но, по-моему, тоже закрытый. Очень красиво. Но только обходить его и все. А вовнутрь никак. Жалко, жалко. Конечно, хотелось посмотреть сам парк, как он выглядит. Да, там тоже закрыто. Ёкаламане. На данной стеле изображена женщина с ребенком. Сверху земной шар, и на земном шаре указан именно карта Узбекистана. В честь независимости Узбекистана был построен вот этот данный парк. Красиво. И не пройдешь. Видите, и никак не пройдешь. Все закрыто. Фонтан, ребят, вот начинает заполняться, я вижу. Скоро, может, и открытие будет. Может, пока готовится к официальному открытию. Сейчас у полицейских спрошу. Закрыто. Как жалко, что закрыто, а. Здесь вот тоже зеленая такая территория. Прибираются работники. Смотрите, какие деревья. Что же это за деревья такие? Интересные. Салам алейкум. Что-что? Чего там? Куда? Как называется парусный? Вон там.
Нет, куда смотреть, не пойму. Вот где дерево. Дерево растет так. Посередине. Первое дерево или второе? Первое дерево, посередине. А, белка! Белка, да? Белка, ребята! Вон и белка! Ничего себе! Сейчас, подождите, я сфоткаю белку. Офигеть, тут белки имеются. Ничего себе. Прикольно. А вон, ребята, на ветке белка кушает. Видите? Надеюсь, вы видите. Листочки кушает. Смотрите, как сидит, грызет, ест. И бросает листочки. Офигеть. Опа, вон она. Перепрыгнул на другую ветку. Ну, ребята, буду выходить. Я с этого парка. Он не работает, потому что ремонт. Ох, жалко, конечно, жалко. Здесь такая стена из зелени. Наводит порядок. Много лавочек, можно присесть, отдохнуть. Так, что за стена? Давайте пройдем, посмотрим. Так, здесь как книга сделана, что ли? Имена. А, ребята, это фамилии и имена погибших людей. Смотрите, как сделано в качестве книги. Да, это во время Великой Отечественной войны, кто погибли. Видите, 1911-44 год. Все расположено по алфавиту. Жизах Белоятия. Фаргон на Белоятия. Не знаю, перевод, конечно. Буксора Белоятия. Все сделано под дерево. Потолок. Колонны деревянные. И вот, ребят, мы подошли к вечному огню. Ой, хорошо, что вечный огонь-то работает. Что сюда опустили. Ты всегда в наших сердцах родимый. Изображена женщина, видимо, горюет о сыне, о погибшем сыне. Вечно жива память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу и независимость, счастье нашего народа и страны. Вот вечный огонь такой.
ладно, ребята, буду я выходить с этого парка. Красиво, конечно, если бы еще бы он работал бы, был бы открытым. Много можно было что походить, посмотреть, поснимать. Ну что, будем выходить, ребята. Посмотрите, какие деревья. Как красиво. О, красота.